Смотрите на телеканале «Самара ГИС» 25 марта в 18:15 программу «О животных хочу домой». Вы увидите практикум, чем можно заняться с собакой, каким увлечением и для чего собаке нужно работать. Видеовизитки двум кошкам и двум собакам ищут владельцев. Обратите внимание и помогите им найти свой дом и порядочных владельцев. И гость в студии Инна Тарасенко, соучредитель и директор ветеринарного учреждения для временной передержки бродячих и брошенных животных. Обсуждаем, решаем и помогаем бродящим животным и не только. Смотрите в программе «Хочу домой» 25 марта в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».